Здорово, ты! Леночка, посмотри, пожалуйста, я прекрасен. Вид здоровый. Это степной дайджест номер 10. Юбилейный дайджест, который мы положим на YouTube. Поэтому попробуем затянуть из Инстаграма, потому что предыдущие 9 дайджестов у нас были там. Люди там нас даже смотрели, кому-то очень нравилось. И надеюсь, что удобнее будет выкладывать на YouTube. Это я объясню, что такое дайджест. Это скорее развлекательный контент. Здесь я рассказываю про новости с нашего предприятия замечательного. И мы немножечко подбухиваем разный мед. Со мной мои две прекрасные дегустаторы. Лена и Катя. У нас еще и Женя, но Женя новенький, ему слово давать никто не будет. Пока еще не заслужил. Кондиционер мы опять выключили, потому что шумно, жарко, капец. Короче, дайджест номер 10. Ура, я так соскучился. Я же чуть не умер там с этим сраным ковидом. Вы посмотрите, меня все искололи, вон все мои вены. Мы с Леной болели вместе. Но все ништяк. Голос у меня все еще паршивый. Короче, сегодня я бы хотел попробовать. У нас очень мало меда в Оренбурге. Я заехал, и мы будем пробовать. Приехали. Ну, это, естественно, Rocket City и Cosmic City, потому что они делают медовухи. Гагимар Джос. Лена, не могла бы ты прочитать? Я бы Гамаджо бы прочитал, что бы написано. И еще мы будем пробовать брелока. А нет, мы не будем пробовать брелока. Говорят, там Стас... Что случилось? Говорят, там купил их этот, как его... То ли Невский синдикат или какой-то или картель, какое-то бандитское там название. Короче, денег у них там дохрена теперь. Друзья, будьте любезны, за химчистку сиденья, пожалуйста. 500 рублей, карта к номеру привязана. Я вот не довез ваш шикарный. А хотя мед, говорят, был хорош. Кто-то даже писал, делайте, пожалуйста, вот такой мед. Вот он настолько хорош. Так что к радостью или к счастью, доставаться будет сегодня только Гурину, Космику, Маратику и Rocket City и Мегабреми. Блять, как жарко. Давайте холодненько залудим. У нас тут коробка новых стаканов. Заходи, Жнёк. Вы бы хотели индивидуальных бокалов себе, да? Кто-нибудь знает, как заблокировать человека на Ютубе? У меня появился хейтер. Прям вот перед записью подошел и прям отравил мне настроение. Это бывший... Паша, ты ведь смотришь наверняка. Это бывший мой учредитель. Павел, я тебя все еще всей душой люблю. И все достижения нашего предприятия — это исключительно, Паша, твоя заслуга. Ты большой молодец. Счастья тебе, здоровья. Гений бизнеса, тактики, стратегии. Ну, не смотри, пожалуйста, больше. Можно как-то? Уйди из моей жизни. Три бокала. Так, короче, пока наливаю, что хотел рассказать. Маленький план. Я расскажу, немножко подолью масло в огонь про лоботомию. Там... Холодненького. Что начнем? Сейчас я... Давайте вот это вот грузинское название. Гагимарьос. Мне кажется, же читается. А, вот тут. Гагимарджос. Ну, по-любому по-грузински, да? И тебе привет. Так отвечают грузины в ответ на традиционное приветствие Гамарджоба. Это типа ответ такой. Угу. Именно так мы и назвали наш мид с добавлением киви и эстрагон. Ой, мы это пробовали. Созданный в рамках ответной... варки пивоварные мегабреги. Киви с чем? Помнишь киви? Я помню, как киви с эстрагоном. Ну что ж, мы все равно это бухнем, потому что хочется бухнуть. Время-то уже 3 часа дня рабочего, а мы еще сухие.
В общем, первый раз, когда я пробовал, меня, знаешь, что смутило? Меня смутило, почему не окислился киви. Ну, я не знаю, насколько он должен был окислиться. И должен ли был окислиться. Но мне кажется, что киви не должен таким естественно зеленым остаться. Может, это из-за эстрагона? Эстрагон красит же, да, тархун? Может быть, цвет из-за эстрагона. Пожалуйста. Короче, лоботомия. Там есть у нас же кто-то может быть подписан в телеге, есть паблик, там совсем охуели в своем монтапе, мне так нравится. И там бурление, да и в Инстаграме было бурление по поводу того, что людям не понравилась лоботомия, что билет стоил дорого, а получили все так мало, не хватило пива. Я вам, ребята, скажу, все ваши бабки они потратили на нас. Вот вам, может быть, и не понравилось. А нам очень понравилось. Нам оплатили гостишку классную с кондиционером. Было жарко, мрак, но был кондер. Нас всех поселили, нас всех кормили, нас катали на корабле, нас веселили, нам все заплатили. Это вот если фестиваль, то только такой. Я вот в следующий раз только на такие поеду. Поэтому ваши денежки пошли в нужное направление. Ребята, молодцы. Ну и в целом я был на фестивале, не так уж там было и плохо, как ябедничали многие. Ну, бухла не хватило, зато... Не так напились, да. Жарко все-таки. Ну. К делу. Мне в целом вообще очень... Ты знаешь, мне второй раз больше понравилось. Кстати, да. Мы когда пробовали в Репаблике, что-то было не то, как будто бы. Наверное, знаешь, был очень свежий, мне кажется, возможно. Слушай, а сейчас я прям скажу, класс. Эстрагона. Сразу видно, что помогал космику не Гурин, потому что Гурин ебошит свою гречку везде, почем халва, и она воняет очень. А здесь медом не пахнет. Нормально. Слушай, я думал, что я... Да, все четенько. Ну, типа, смузяк сложно, но сочетание хорошее. И может быть жарко, может быть, это не так жарко было. Хорошо заходит, рекомендую. Хорошо, да, лишняя. Бухай, бухай, Женя. Это часть работы, тренировка. Кстати, ковид пощадил мои вкусовые рецепторы. И я очень быстро это начал. Короче, второй раз мне понравилось. Вау. Ну, это можно было сделать и типа и на пиве, тут ну не про мед. Ну и чё, мы тоже, ну это да, про смузи так, прикольно. Нравится. А, Леночка, сделайте нам бокальчики, освежите, пожалуйста. В общем, дальше я хотел, так как это будет на ютубе, я хотел поговорить про Мьёльнир. Там кто-то в комментах пишет, Данила, посмотри. Мы пишем, блядь, на телефон, я пишу в офисе, вот здесь вот тут люди работают у меня. У Мьёльнира там целая студия, кто-то мне тычет, Данила, посмотри, как он делает, вот как надо делать. Ребята, я, короче, не хочу смотреть, мне вообще это не нравится. Я честно скажу, я давным-давно, я начал его смотреть, посмотрел его рецепты медовухи, понял, что... Это рецепт не для домашников, он там опустил половину, он там не сказал, что это обязательно, блядь, взорвется, что это обязательно будет дальше бродить, он не раскрыл, это не рецепт, это просто вот он что-то, типа, какой-то визуал показал, но это не юзабельный вообще материал, я такой посмотрел, такой, ладно, понятно, я все равно подписался, потом я такой, там, видос, как получить... Помещение. Я не знаю, он вообще там какой-то гений бизнеса, у него все так складно получается, он молодец, богатеет, там фестиваль крутой гречи сделал. Я, конечно, немножко ему завидки, но мы вообще разные люди. Я тут больше, наверное, творчеством занимаюсь, чем он. И, в общем, я насмотрелся его видео о том, что можно там где-то какое-то помещение получить или выкупить. Пошел в город. Меня там нахер послали и все. Ну, в смысле, сначала спросили, а вы от кого? Я говорю, ну, я предприниматель, я тут, ну, молодец такой. Они сказали, ясно, понятно, до свидания. В общем, не работает. В общем, в моей вселенной все рецепты и советы от господина,
Штефан. В моей вселенной советы, я его очень люблю, уважаю как крутого бизнесмена, но в моей вселенной все его советы не работают. Ни рецепты, ни поддержка. Ему там, блядь, государство там отопление проводит. Я пытался кредит получить, мне сказали, у вас акцизное производство, идите нахрен. В смысле, я взаймы денег не смог взять, не говоря уже о том, чтобы мне кто-то там что-то сделал, какое-то там отопление. А, классная штука. Я сейчас расскажу, как меня поддержало государство. Ко мне пришла администрация и говорит, мы вот знаем, что вы экспортом там занимаетесь, приторговываете. Мы вам можем оказать государственную поддержку экспорта. Я говорю, вау, круто, денег дадите, давайте, ну там, что, какие варианты. Он такой, ну, мы можем вам этикетки перевезти или можем, скажем, съездить на выставку в другую страну. Я говорю, ну, за вас. Я, вау, браво, это нам так поможет, это вот прям супер, вообще супер, супер поддержка, поэтому вот так. Я, в общем, нам очень все тяжело достается. Кровью и потом, ни хрена нам никто не помогает, может быть, кто-нибудь увидит и скажет, что я не умею спрашивать, да, я не умею спрашивать. Там объел не на пожаре, собрал 700к себе поддержки. Я тут начал майки рекламировать, мол, типа, купите мерч. Меня, блядь, пивовары зачмырили, сказали, ты такие, ну ты. Да. Давайте базуку, суку, попробуем. Базука, сука. Это тоже Маратик делает. Вот в этот раз вместе с Гуриным. Наверняка. Медоуха липовая. А, липовая, полусухая. Состав, конечно, не пишет, короче. Вода подготовлена, мед, дрожжи, специи написано. Авангардный мид с добавлением малиновой жевательной резинки. Интересно, ее типа накрошили, что ли? Или что? Натерли. Нет, скорее всего, ромка. А я знаю, что, конечно, Космик – это те, которые балуются ромками. Но мне говорили, что Марат из тех людей, которые очень серьезно к этим ромкам относятся и заказывают там. У нас законодательство разное. Те ромки, которые продаются в России, те ромки, которые продаются в США – это разные вещества вообще. Если в США можно купить там какой-нибудь реальный экстракт, чего-нибудь натуральный, то... В России, как правило, это всякая херня. Так вот, говорят, что Марат старательно подходит к выбору ароматических добавок, так что, возможно, настоящая жевательная резинка тут. Нет, конечно. Пахнет... Нет, ну, приятненько, что пахнет, приятненько. Тем, что ничем. Слушай, с каких пор... Ну, так это жевательная резинка. Они же так и пишут, что это жевательная резинка. Ты знаешь, может быть, мы все пробовали молодое. В прошлый раз, когда... Я это тоже уже пробовал. В прошлый раз, когда это бухал. Мне показалось тоже не круто. А сейчас, ну, знаешь, ну, типа, вот... Ну, нет. Ну, знаешь, как в КБ зайти. Мне нравится. Пахнет классно. Арбузиком. Ну, аромочка прикольная. Ну, я говорю, это как зайти и какой-нибудь купить ароматизированное винишко в КП. Такое, типа, ровное, спокойное, четкое. Легкое. Легкое, неприторно-сладкое. Да, неприторное вообще. Ну, не мощно, короче, не знаю. Вот сначала ништяк, а когда, ну, 3-4 раза его глотнешь, потом... Ну, Катя, ну да, я знаю, что... Ну, я говорю, мне типа пахнет лучше, чем по вкусу. Ну, да, сказать, что как спиртяк. Ну, типа киви, я, короче, баночку бы съел, прям такой с удовольствием. Ух, а вот это вот... Киви классно. Я уже напился, и мне уже не нравится, короче. Да. Не очень. Так, хотел похвастаться, мы сделали. Очень долго мучили. И набродили камбучи. Камбучу мы сделали, да. Бахнули ее с пюрешкой и провели опыты над Оренбургом. Оренбург принял тепло. Всем все понравилось. Это безалкогольное такое. Я часто катаюсь по барам за рулем. И очень мало чего безалкогольного есть интересного попить. А теперь вот
Камбуча. Я не знаю, как насчет всей страны, будем ли мы продавать это по всей стране, вообще будем ли мы выпускать это под нашим брендом, или мы выпустим как-то это отдельно. Но я бы очень хотел, в общем, этим плотнее заняться. Кто уже попробовал, поделитесь, может быть, в комментах расскажите, как вам зашло, не зашло. Но мы думаем продолжать сделать с пюрешкой ежевичные, сделать, ну, типа, ягодные вот эти истории, потому что хорошо кислое с ягодой сочетается. Осталось вот этикетку нарисовать, я не знаю, какого плана мы будем топить, что это такое органичное, экологичное, шугар-фри, там, и либо мы просто опять какую-нибудь что-то нейтральное там нарисуем. Так, я хотел еще рассказать, что Viking Blood разлетелся. Номерные бутылочки. Да, простите, извините, мало кому досталось, но знаете, меня натолкнуло это на мысль. Мне очень понравилась идея с номерными бутылками. Я их сам теперь тут накопляю у себя перед некоторые. И оказалось, что, ну, в общем, бочки-то дубовые, 500-литровые, и больше мы делать не будем. То есть, во-первых, это не совсем... Нет, мы бочковой парк мы расширим. Я тебе сейчас расскажу, что я придумал. Во-первых, это не очень круто, то, что мы делаем чуть крепче, чем положено по ГОСТу. И, ну, очень хочется творить, очень хочется делать что-то супер вкусное. Тем более, это очень хорошо тепло принимает. Поэтому объем наращиваться не будет. Но я подумал, что, скорее всего, мы увеличим наш бочковой парк до такого размера, чтобы каждый месяц у нас подходило... То есть у нас сейчас есть такой фан-круг, то есть, ну, несмотря на бро-бары, есть прям персональные люди, которым спасибо, они разыскивают, пишут в личку и вырубают всякими с разными способами, там напрямую себе вот эти вот коллекционные бутылочки. И значит, что я думаю, так как их всего 1000, я думаю, мы этот фан-клуб до 1000 разрастим и перестанем продавать вовсе. Что-то сделать в виде подписки. Подписку, на которую мы гарантируем, что каждый месяц мы разливаем бочку, и с этой бочки, скажем, 3 бутылки коллекционных, номерных, этот человек получит, а также мы будем давать каждый, например, с каждой закупки мерча, что бы у нас ни появилось, мы этому человечку, то есть мы прям с ним почтовую такую в базу его добавим, наладим контакт и просто в автоматическом режиме человек купил подписку, мы посчитаем там сколько, чтобы это недорого было, и не будем заниматься продажей вот этого вина, а просто по подписке будем задаривать по подписке коллекционные бутылки, мерч и так далее, потому что есть правда у людей, которые нас сильно поддерживают, очень неожиданно. Со мной даже фотографировались на лоботомии. Подходили такие, давай с тобой фотографируемся. Да, вообще круто. Звезда. Да? Так, давайте дальше пить. Ой, так это же березовый, мы же его пили, да? Помните? Да, что ж мы все пробовали. Да, блядь, вообще, отправьте нам почтой меда своего, пожалуйста, мы попробуем. Есть еще НЗ. Тоже Космик. О, здесь Космик. Космик сделал это один, наверняка это смузи. Да, это смузи меломель. С фламингами и зефиром, наверное, да? Изысканный авангардный смузи-мит с клубникой, бананом и зефиром. Вау, это наш конкурент. Встряхнем. Попробуем. Я еще обещал, в общем, когда мы пьянствовали с Red Button и Red Rocket, они меня всячески за мою блогерскую деятельность оскорбляли. Я обещал этих пидоров пропесочить. Я сказал, вот я буду следующее видео снимать. Я обязательно про вас скажу какую-нибудь... Нет, да они классные пацаны. Они, ну, прям топчики. Но я же обещал. Red Button жопушник. Усатый. Вот так-то. А это... Забавная история. Стоит, короче... Ваня Полушки и хуесосит меня. Ну такой, Данила, ты, you are too pushy, ты слишком, ты впариваешь свое дерьмо, ты впариваешь, ты агрессивно продаешь, ты должен быть в тени, ты должен делать крутой продукт, и он сам себя будет продвигать. Любопытно, что сказал Полушкин, которого знает каждый за его там джоз, потому что его и поперли оттуда за то, что он раздухарный.
Ну, за то, что раздухали. Давай скажем так, Ваня знает все. Ваня знает все, да. И этот человек такой известный мне говорит о том, чтобы я должен быть скромнее и должен делать продукт. Но не суть. И стоит он, значит, меня песочит. Я, говорит, увидел, я испытываю испанский стыд за твои видео. И стоит рядом его девушка, говорит, а я смотрю, а мне нравится. У меня в голове такое, я просто увиду твое тело, как буду танцевать с ней. Ну, это круто же, видимо. Да, Нитка крутая, Нитка смотрит. Нитка, привет. Я рад, что ты смотришь. Надеюсь, посмотришь. Давайте с музыкой бахнем. Это уже слезы у меня потекли. Довольно клубничный, кстати. Что, на единорожку похоже на? Она. О, даже запах я уже знала. Зефира нет, а так вот единорожка-то типа наша, да? Ну, это популярное очень сочетание. Словосочетание в смузи. Единственное, у них типа гомогена нет, что ли, у них вот это вот песок. Козди. И косточки клубничные. Но ты вот любишь, например, даже эту неправильность за косточки? Ну да, за косточки ништяк. Волосы нормально. Слушай, я это прямо... Ну, я тоже по консистенции. Беру свои слова назад. Бухайте космика, нормальная тема. Так все Москва. Вот это я допью, да. Базука нет. Ну, а с березой там херня какая-то была, да? Вообще с березой, да. С веником. А, так вот, я про подписку рассказывал, да? У нас там просто уже подходит, разливается гранат-виноград. Ох, я пробовал его на днях. Знаешь, сейчас все скажут, да хорош, я же да. Только убрала бутылки. Ну да, не знаю, может быть мы слишком часто, может быть мы слишком часто выпускаем, придержать чуть-чуть, придержать, да, но бары такие. Ну, типа, как раз те, которые сейчас купили, возможно, возьмут... Бары еще такие деятели, им же все время новинки подаваем, мы это там делаем, они ничего не берут пока, им что-нибудь там... Знаю, да, что-нибудь из мусорной корзиночки. Мы, кстати, космик сделаем смузяк на днях. Удивишься, да? Мы же закупили печенье уже. Я, кстати, болел, пока мы там выпускали и яблочный смузяк, и шарлотку, кстати, повторно выпускали. Вот такую вообще классную. Продали уже, нет? Последний вагончик. Да, кстати, там кто там не успел. Кстати, как бы нам ТБП с хвоста сбросить? Типа мы сделали один раз коллаб. Рецепт не нравится, я хочу его выпускать. И мы его выпускаем, типа, все время с ТБП. Ну и уже это тоже нравится. Да? Они тоже говорят, продай. Ну ладно, не будем. Блядь, ну а баше? Баше-то я переделал рецепт, там другой. Короче, мы сделали вообще такую... незаслуженно прошел мимо баше, смородина, ежевика. На самом деле на лоботомии он набрал намного выше балл, средний. Меня, кстати, я прямо слезки пустил. Там был Викинг Блад, 14-градусный годовалый. А оценки у баше, меда, которому 2 месяца, смородина, ежевика, карамелизированный мед, были выше. Мы его выпускали только в кеге. Его, собственно, растащили, но оценок я в тапке не увидел. И славы и поддержки. Я просто знаю, что это очень крутой мед, но мы фидбэк не получили лесный, а мы работаем на лесном фидбэке. Нам когда нас когда хвалят, мы идем и работаем. Нас когда не хвалят, мы не работаем. Нас все время, сука, хвалят, и мы все время работаем. Работаем, как же не работаем? Короче, мы его перевыпустим в бутылке, обязательно зацените. Говорю, на Лободей у него средняя оценка, там была чуть ли не 4,4. Это вот смородиновый баше. Когда, Кать, будет смородиновый баше? На следующей неделе. На следующей неделе. Обалдеть. И у нас даже этикетка есть, да. Поэтому надо пробовать обязательно. Вот, и новый
новый баше, который с кофе, мандаринами и медом карамелизированным. Мы сделали его очень крепким, очень плотным. И теперь не знаю, я что с ним делать. Опять ТББшником скормим. Тут надо подумать. Кстати, Греляков предлагал, сам Греляков, не ТББ, говорит, а давай сделаем коллаб с Греляковым, острый мед. Да, у нас есть липовая вот эта вот база, надо ее сделать острой, и мне кажется, то, что туда апельсины хорошо зайдут. Типа липа, апельсин и перец острый. Ну, в общем, это Греляков, он же повар. Надо вот этот вот тоник, у нас очень старая есть база липовая, она почти готова, ну, в смысле, ее просто надо чем-то, на чем-то выдержать и пустить в продакшн. Позвоним Лехе сегодня, пожалуй, да? Тряхнем его, что он там. В общем, давайте к концу. Я выздоровел, теперь постараюсь как-то системно чаще рассказывать о том, что у нас тут происходит, что мы собираемся делать. В августе, может быть, Бог даст, на баночную линию перейдем. Баночки будем такие же делать. Хотя я привык к бутылкам. Она тяжелая, зараза такая, она весит больше, чем содержимое. Но мы будем коллекционки делать, мы будем топчики делать, по подписке раздавать. Про, да, не про вины, все равно, про 33. Классно. Ну, знаешь, пацанов же мы не под нож пустим, они же вон будут, хочешь, ну, хочешь, наливай. А, да, ну я и это, друзья, я обещаю, что я сниму правильный рецепт, как делать мед дома. Катя, у нас есть топленый мед? Сейчас я уже пьяный, не хочу снимать. Есть там? Есть. Мы снимем, я сниму, честное слово, я уже все придумал, там вот здесь вот стулья поставим, я прямо здесь вот так вот в банках все растрясу, размешаю и покажу, как делать. И расскажу, что там со стабилизацией, думаю, все секретики домашние, которые можно воспользоваться, чтобы хранилось. Все, всем пока. Ебать, как жарко.